Никогда еще тихая Костромская обитель не видала столько знатных вельмож. Из Москвы прибыли послы от Земского собора. Пали на землю перед инокиней Марфой. Молили со слезами, чтобы благословила своего сына на московское государство. Он единственный, кто ничем себя во время смуты не запятнал. На него вся надежда. Ежели Михаил откажется, то снова начнется смута, и второй такой беды земля уже просто не переживет. «1598 год. Скончался сын Ивана Грозного, царь Федор. Последний из династии Рюриковичей, правивших страной более 700 лет. Детей Федор не имел, а младший брат его, Дмитрий, погиб при невыясненных обстоятельствах. Новым царем народ избрал Бориса Годунова. Вскоре объявился самозванец, назвавшийся якобы уцелевшим Дмитрием. Лжедмитрий захватил русский престол и женился на полячке Марине Мнишек, объявив ее царицей. Через год Лжедмитрий был убит, и Марине пришлось покинуть Москву. Когда появился новый самозванец, она будто бы признала в нем мужа и вскоре родила от него сына Ивана, мечтая возвести его на русский престол. Московское царство оставалось без правителя. Воспользовавшись анархией, на его территорию открыто вторглись Швеция и Польша. Началась война. Россия потеряла Карелию, Новгород и Смоленск. Оставшиеся земли распахивались на 10%. Работать было некому. Население сократилось в несколько раз. Все понимали, России нужен законный царь. Иначе страна просто погибнет. Подходит к концу страшная зима 1613 года. Со всех концов разоренной страны идут к Москве люди. Им предстоит сделать небывалое. В Москве собирается Всероссийский земский собор, который должен решить судьбу Отечества. Земский собор – русский парламент 16-17 веков. Созывался в экстренных случаях для решения важнейших политических вопросов. На Земский собор 1613 года прибыло около 1000 человек всех сословий, включая высшую аристократию, духовенство, купечество, чиновников и крестьян. 3 марта состоялось решающее голосование. После изнурительных споров и сомнений царем выбрали 16-летнего Михаила Романова. Отец Михаила, Федор Никитич Романов, был двоюродным братом царя Федора, сына Ивана Грозного, и потому мог законно претендовать на престол. Но с приходом Бориса Годунова Федор Никитич был устранен, насильно пострижен в монахи с именем Филарет. Его жена Ксения пострижена с именем Марфа. Их поселили в разных монастырях. Позже Филарет оказался в польском плену. Выполняя дипломатическую миссию, он вместе с другими членами русской делегации был арестован, фактически взят в заложники. Поляки скрыли от Филарета, что в Москве его сын избирался на царство. Михаил Федорович, забудет царя! Решение Земского собора было оглашено на Красной площади при бесчисленном скоплении народа. Михаил Федорович, да будет царь и государь Московскому государству и всея русская держава. Детство и юность Михаила пришлись на страшные годы смуты. Ему было всего 4 года, когда его отняли у родителей и отправили в деревню. Потом матушка забрала Михаила, и несколько лет они просидели в разоренной Москве. А потом вырвались под Кострому, в Ипатьевскую обитель, к тихому житию. Шесть часов подряд
с чудотворной иконой Феодоровской Богоматери. Охрипшие и измученные послы умоляли Романовых принять бремя власти. После многих лет безвластия, смуты, разорения, на русский трон восходил новый царь, родоначальник новой царской династии, Михаил Федорович Романов. Божию милостью, великий государь, царь и великий князь всея Руси самодержец. Воскресенье, 11 июля 1613 года, начались торжества венчания на царство. Теперь дороги назад не было. Поднявшись по ступеням Успенского собора сыном боярина, вниз Михаил Федорович Романов сошел царем. В ситуации, когда страна была на краю гибели, юный царь интуитивно выбрал единственно возможный способ правления – коллегиальный. По его инициативе, Земский собор, который раньше собирался раз в несколько лет, теперь действовал практически постоянно, превратившись в высший совещательный орган российского государства. Вопреки ожиданиям многих, Михаил Федорович не стал марионеткой в руках враждующих боярских кланов, а начал реально управлять страной. На слова одного голландца о необходимости жестких мер царь ответил: «Вы разве не знаете, что наши московские медведи в первый год на зверя не нападают, а начинают только охотиться с летами?» Трон под Михаилом пока еще был шаток. На русский престол имелось сразу три претендента. На севере – шведский принц Карл Филипп, на западе – польский королевич Владислав, на юге – трехлетний мальчик Иван, прозванный в народе «Варенком», сын Марины Мнишек и самозванца Лжедмитрия II. За малышом стояло трехтысячное казачье войско авантюриста Ивана Заруцкого. Но царские войска разбили казаков, самозванцы были арестованы, в кандалах привезены в Москву и казнены. Казнь была проведена на площади у Серпуховских ворот при большом стечении народа. Голландский путешественник Элиас Геркман сохранил воспоминания об этом на всю жизнь. Заруцкого посадили на кол. Затем публично повесили Дмитриева сына. Была метель, снег бил мальчику по лицу. Он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете меня?» Но люди, несшие ребенка, успокаивали его, доколе не принесли, как овечку на заклание, на то место, где стояла виселица, на которой повесили несчастного мальчика, как вора. Маленьким Иваном могли воспользоваться авантюристы, дабы начать новую смуту. И чтобы не допустить этого, Михаилу, первому царю из новой династии, пришлось решиться на эту казнь, взяв на душу страшный грех. Новой смуты не случилось, но началась война. Шведские войска осадили Псков. Гарнизон отбил 5 штурмов. Михаил велел дипломатам сделать все, чтобы заключить мир. В феврале 1617 года был подписан Столбовский договор, по которому России возвращался Новгород с прилегающими землями. Вскоре на Москву пошла польская армия, которую вел лично королевич Владислав, все еще претендующий на русский престол. Поляки сумели подойти почти вплотную к Кремлю, к стене Белого города, современному бульварному кольцу. От перебежчиков узнали: поляки ведут подкоп, собираются заложить мину у Арбатских ворот. Несмотря на уговоры, государь наотрез отказался покинуть Москву. Он распорядился собрать большой отряд и ждать. Помимо интереса государственного, у него был еще один, личный.
Его отец, митрополит Филарет, по-прежнему находился в польском плену, и Михаил четко понимал, оставив Москву, потеряет трон, а потеряв трон, не увидит отца. Полякам дали бой и отбросили их с потерями. 1 декабря 1618 года было подписано Дюлинское перемирие на 14,5 лет. Россия получила назад земли от Вязьмы до Чернигова. Но многие вопросы так и остались нерешенными. Смоленск и другие земли все еще оставались за Польшей, а Владислав так и не отказался от претензий на российский престол. Но продолжать войну разоренная страна не могла. Нужен был мир, чтобы отдышаться, восстановиться хотя бы на десяток лет. Лично Михаил Федорович одержал здесь свою первую крупную победу. Главным результатом перемирия для России стал возврат всех пленных, захваченных еще во время смуты. Из Польши вернулся его отец. Все 9 лет разлуки Михаил чувствовал эту неразрывную связь. С самого детства он стремился быть похожим на него. Михаил дождался встречи с отцом, человеком из легенды, митрополитом Филаретом. А вернувшийся из плена после 9-летней разлуки отец увидел перед собой подлинного государя всея Руси, Божьего помазанника, царя. Уже через 10 дней по царскому умолению Филарет был поставлен патриархом московским и всея Руси. В будущем они станут править вместе, отец и сын. Влияние же матушки, всемогущей властной инокини Марфы, с этого момента пошло на убыль. Она была отстранена от государственных дел, с сыном виделась все реже. А между тем царю исполнилось уже 20 лет, о чем и было торжественно объявлено всему народу. По милости Божией, великий государь, царь Михаил Федорович, приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетаться законным браком. Матушка Марфа подыскала невесту. Только Михаил и без нее уже все решил. Давно, еще во время ссылки, он влюбился в Машеньку Хлопову, дочку одного из своих надзирателей, и обещал, что женится только на ней. Марию Хлопову официально объявили царской невестой и поселили в верхних покоях дворца. Оберегателями к ней приставили братьев Салтыковых, родственников государыни-матери. Но вдруг незадолго до свадьбы невеста заболела. Государь был сам не свой от волнения. Весь дворец был в смятении. Салтыковы тотчас созвали консилиум иноземных лекарей и с торжеством объявили. Доктору ее смотрели и говорили, что в ней болезнь великая. Излечить ее невозможно. В народе шептались. Одна детама мутит государева матушка, не велит на Хлоповой жениться. Как бы то ни было, бедная Машенька Хлопова вместе с родственниками была отправлена в ссылку в Сибирь. Позже дознание с перекрестным допросом показало козни Салтыковых, за что те были высланы в родовые отчины. Но свадьба была уже расстроена, и Михаил долгое время слышать о женитьбе не хотел. Лишь когда ему исполнилось 28, близкие забили тревогу. Без наследника существование новой династии оказалось под вопросом. Как и прежде, у игумени Марфы на примете имелась подходящая кандидатура. В этот раз, аще и нехотя, но матери не прислушав, Михаил женился на родовитой княжне Марии Долгорукой. Сыграли свадьбу. Но вскоре невеста занемогла, а через 3 месяца умерла. Скорее всего, ее отравили. Но доказать это так и не удалось. После этого Михаил устранил мать от своих брачных дел и распорядился устроить традиционные выборы невесты. Смотреть девицу сдалека внимательно, какова возрастом, лицом, белизною, глазами, волосами и во всяком приражении, и нет ли какова увечья. Была здорова собою и в разуме добра. Обычаи выбора царской невесты – своего рода конкурс красоты. Количество претенденток исчислялось тысячами. Вначале девушек осматривают отборщики на местах.
отбирают по трем параметрам: мера роста, размер головы и длина стопы. Затем в столице кандидаток осматривают ближние бояре и придворные лекари. В завершение 10-20 самых красивых селят во дворце, и царь лично ходит знакомиться с ними. Когда Михаил огласил свою царскую волю, приближенные едва не лишились дара речи. Государь выбрал себе в жены девицу Евдокию Стрешневу, которая никаких отборов не проходила, потому что была служанкой одной из кандидаток, дочерью небогатого дворянина. Наученный горьким опытом, государь велел беречь ее как зеницу ока. Сам обо всем позаботился. Имя невесты заранее не оглашалось, и привезли ее во дворец только за 3 дня до венчания. Семейная жизнь Михаила сложилась вполне благополучно. Русская Золушка, царица Евдокия, оказалась добродушной и спокойной, любящей и любимой. И хотя из 10 детей Михаила и Евдокии выжили только 4, 3 дочери и сын Алексей, это означало, что новая династия будет жить. Постепенно в его душе, как и во всем государстве, установились покой и равновесие. Пришло время отвоевать земли, потерянные во время смуты. Предстояла новая война с Польшей. Михаил Федорович начал военную реформу. Именно он, а не его внук Петр I, стал вводить в армии новые полки европейского образца. За образец была взята шведская армия, лучшая на то время в Европе. Полк состоял из 8 рот по 200 солдат, из них 120 мушкетеров и 80 пикинеров. Было закуплено 1100 мушкетов нового образца, которые весили 4 килограмма вместо 6, что позволяло стрелять без подставок. К 1632 году было сформировано 10 полков нового строя численностью 17 тысяч человек. Однако мало создать новую армию, необходимо научить ее побеждать. Но для этого время пока не пришло. Достижения этой долгой войны оказались ничтожными. Поленовский мирный договор 1634 года оставлял за Польшей все завоеванные ранее земли, кроме города Серпейска. Россия должна была выплатить контрибуцию в 20 тысяч рублей. Но зато Владислав навсегда отказывался от претензий на российский трон. На внутриполитическом фронте дела обстояли намного лучше. Михаил добился того, что в Россию стали охотно приезжать специалисты из Англии и Голландии. Они вкладывали в местное производство свои капиталы и оставались жить, образуя в городах иноземные слободы со своей инфраструктурой, такие как знаменитая впоследствии немецкая слобода в Москве. Всех иностранцев в народе тогда называли немцами, от слова «немой». В данном случае не говорящий по-русски. На 10-м году своего царствования Михаил Федорович пригласил английских геологов для разведки железных и медных руд в Зауралье. Уже через 8 лет на Урале построили первый государственный завод по выплавке железа. Началось медеплавильное производство. Еще через 12 лет был основан оружейный завод под Тулой, который существует до сих пор. В первой половине 17 века Россия стала экспортировать оружие в самые развитые страны Европы. Многих иностранцев поражало, сколь низкими были в России того времени налоги и подати. Первый государь из династии Романовых заботился о простых тружениках, прекрасно понимая, что именно они составляют экономическую опору государства. Средняя зарплата составляла 3 копейки в день. На эти деньги можно было купить 3 цыплят и 45 яиц или 1,5 килограмма свежей семги. На овчинную шубу можно было заработать за 2 недели, на сапоги – за 10 дней, на корову – за 2 месяца.
Российское государство обретало все больший вес в мире. В знак расположения к царю и патриарху персидский шах Аббас I переслал в подарок части Ризы Господней. Риза Господня – бесшовный хитон, полученный по жребию одним из воинов, бывших при распятии Иисуса Христа. После обретения святыни Филарет наложил недельный пост и велел носить ее к болящим. В первые полгода Риза показала 67 чудес исцелений, во вторые – 4. В церковном календаре было установлено празднество в ее честь, а на территории Кремля возведен храм Ризоположения. Сегодня одна из частиц Ризы Господней хранится в храме Христа Спасителя. После всеобщего одичания времен смуты новая власть заботилась о культурном возрождении России. Одним из первых распоряжений Филарета стало восстановление разрушенного печатного двора и некогда огромнейшей царской библиотеки. По отдаленным монастырям проводился розыск книг для посылки в Москву. Книги уникальные, имеющиеся в одном экземпляре, оставляли на месте. С них было велено снимать копии. Спустя всего 3 десятилетия после полного разорения и анархии Россия вернулась к прежнему уровню хозяйства. Ширилась торговля, развивались ремесла, страна богатела и заново отстраивалась. Голод и разруха ей теперь не грозили. Наступила эпоха экономической и политической стабильности. Кроткий царь Михаил Федорович все-таки выполнил свою невыполнимую задачу. 12 июля 1645 года царь праздновал свой день рождения. Утром после церковной службы, словно предчувствуя кончину, Михаил принародно простил всех обидевших и согрешивших против него. Распорядился об амнистии заключенным. Придя домой, первый государь династии Романовых простился с женой и сыном и тихо отошел в мир иной, прожив на свете ровно 49 лет, день в день. Три дня вся Россия прощалась со своим государем. Тысячи и тысячи людей всех званий и сословий приходили, чтобы поклониться гробу царя. Во всех храмах страны служили панихиды по усопшему. Молебны заказывали не только в церквях, но и на дому. Наследник престола Алексей Михайлович был так же молод, как и его отец, когда восходил на престол. Только страна теперь была совсем другой. Вместо анархии – сильная власть. Вместо разрухи – процветание и благополучие. Не прошло и 30 лет после смуты, страна восстала из пепла и двинулась вперед. Правителем мощной державы стал человек необычайно одаренный. Красивый, талантливый, умный, жизнерадостный, набожный. Ему предстоят громкие победы и кровавые бунты, великие свершения и роковые ошибки. Алексей Михайлович станет одним из самых ярких и противоречивых русских правителей. А его время потомки назовут «золотой эпохой Московской Руси». Для юного царя Алексея бремя высшей власти не стало неожиданностью. Его готовили к этому с детства. Взрослое воспитание царевичей начиналось с 6 лет. Их учили грамоте. Сначала по азбуке, потом по псалтыри. Штат наследника включал 20 стольников, 6 преподавателей, 18 музыкантов, а также телохранителей, акробатов и шутов.
7 лет у царевича Алексея был свой набор настоящего оружия. Маленькая пищаль, лук со стрелами, сабельки, полный доспех немецкой работы, а также музыкальные инструменты, географические карты и гравюры из Западной Европы. Главным воспитателем Алексея был боярин Борис Морозов. Он старался расширить кругозор своего подопечного и приобщить его к западной культуре. В начале своего правления царь Алексей не раз появлялся перед боярами в немецком платье. При дворе водилось немало европейцев – переводчики, дипломаты, учителя. Личный врач Алексея, англичанин Сэмюэль Коллинз, был в восторге от своего царственного подопечного. Наружность императора красива, здоров сложением, волосы его светло-русые, он не бреет бороды, высок ростом, его осанка величественна. Он жесток во гневе, но обыкновенно добр, целомудрен, одарен обширной памятью, большой покровитель веры. Его, без сомнения, можно было бы поставить наряду с добрейшими и мудрейшими государями, если бы не окружало его густое облако доносчиков и бояр, которые направляют к злу его добрые намерения. Первые два года своего царствования Алексей либо предавался разным потехам, либо ездил на богомолье по дальним монастырям. Также он собирал коллекцию русских и экзотических птиц. В селе Измайлово завел лосиную ферму и ставил агротехнические эксперименты. Пытался вырастить в Подмосковье бухарские дыни, миндаль, хлопок и виноград. Но любимая забава Алексея Михайловича – соколиная охота. Ей он предавался с упоением. На царских соколиных дворах было не менее 3000 соколов, и каждого царь знал по имени. Штат сокольничих насчитывал 100 сотрудников разных рангов, с жалованием от 6 до 60 рублей в год, не считая разовых премий. Все сокольники числились за приказом тайных дел. Всех царь знал в лицо, а руководитель охоты Афанасий Матюшкин был его близким другом. Содержание соколиных дворов обходилось казне в 75 тысяч рублей ежегодно. Во время царских выездов на охоту процессия растягивалась на километр. Сначала выезжали 300 стольников на богато оседланных лошадях, по трое в ряд. За ними 300 конных стрельцов в клюквенных кафтанах, по пятеро в ряд. Потом еще 500 рейтеров, тяжело вооруженных конников. Далее вели 40 выводных коней в драгоценной упряжи. За ними шли запасные каретные лошади, а уже потом ехал сам царь в английской карете и сопровождавшие его бояре и придворные. Еще несколько десятков человек. Юный царь развлекался и делал это воистину по-царски. А всю рутину, то есть управление государством, он возложил на своего воспитателя Бориса Морозова. Чтобы избавиться от засилья Морозова, бояре решили юного царя женить. Женатому и взрослому воспитатель не нужен. Но Морозов предусмотрел этот вариант. Как скоро царю наступила пора жениться, к нему свезли всех лучших красавиц из государства. Одной, которая ему понравилась, он дал платок и кольцо. Но когда она в другой раз явилась перед ним в царской одежде, Морозов приказал так крепко завязать ей венец на ее голове, что она упала в обморок. Тотчас объявили, что у ней падучая болезнь. Ее старый отец, бедный дворянин, сослан в Сибирь, из горя умер по дороге. А семья его осталась в немилости. Морозов попросил молодого царя помочь выбрать невесту для себя, вдовца, и представил ему сестер Милославских. Алексей тут же влюбился в старшую Марию, а Морозов женился на младшей Анне, годившейся ему во внучке. Таким образом он закрепил свое положение у трона, чего и добивался. Семейная жизнь Алексея Михайловича сложилась вполне счастливо. Царица Мария, хотя была и старше супруга на 5 лет, оказалась идеальной женой. Она прожила с мужем душа в душу 20 лет и родила ему 13 детей.
Царь Алексей был очень привязан к семье. Из поездок и походов писал жене и детям длинные письма. Однако спокойной и безоблачной его жизнь не была. Вопреки прозвищу «Тишайший». 1 июня 1648 года Алексей со свитой возвращался в Москву из Троицы Сергиевой Лавры. Когда процессия вошла в городские ворота, выяснилось, что дорога перекрыта огромной толпой. Горожане всего лишь хотели передать государю челобитную, письменную жалобу о бесчинствах чиновников. Но царь отказался говорить с народом, а стрельцы разогнали толпу, арестовав главных жалобщиков. На другой день государь отправился в Сретенский монастырь. Когда он возвращался возле Кремля, огромная толпа оттеснила охрану, царского коня схватили под уздцы. 19-летний Алексей впервые оказался лицом к лицу со своим народом. Но даже будучи окруженным разъяренной толпой, он сохранил выдержку, принял челобитную и обещал выполнить все требования. Немедленно выдать на растерзание злостных взяточников и казнокрадов, и в первую очередь царского фаворита Морозова, которого обвиняли в насилиях, неправдах и лихоимстве. За 2 года Морозов превратился в богатейшего землевладельца страны и составил себе огромное состояние. А для пополнения государственной казны он сильно урезал или вообще отменил жалование всем чиновникам. Им оставалось только брать взятки. На ключевые посты Морозов назначил своих людей, получив с них крупные деньги. И, наконец, были повышены пошлины на продажу соли. Соль была главным консервантом и позволяла запасать продукты впрок. Когда она подорожала в 4 раза, то перестала быть доступной всем, и это уже грозило голодом. То, что произошло потом, стало немедленно известно при европейских дворах. Из донесения некого голландского путешественника, вероятно, шпиона. Народ толпой явился на царский двор. Тут стрельцы приняли сторону народа и ворвались в дом Морозова. Они все попирали ногами, бросали за окна и препятствовали всякой попытке вынести что-либо, неистово крича при этом «То кровь наша!». Сам же Морозов бежал в одну из комнат его царского величества, где и укрылся. Погромы шли по всей России. В Устюге, Сольвычегодске, Курске. Царь оказался осажденным в собственном дворце. Беременная царица от страха едва не скинула плод. Спустя 5 месяцев она все-таки родит ребенка, но первенец царской четы не проживет и года. Царь выдал на казнь многих взяточников, но только не Морозова. Царь плакал на глазах у всех и жалобно просил оставить в живых его любимого дядьку. Морозова отправили в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. В Кремле был спешно собран земский собор, который постановил: для наведения порядка в государстве срочно требуется разработать единый и универсальный свод законов. Была создана специальная комиссия, в работе которой принял живейшее участие сам государь. Соборное уложение стало первым юридическим кодексом, охватывающим все сферы жизни государства, и первым печатным памятником российского права. Включающее в себя 25 глав и почти 1000 статей, уложение было переписано и склеено в столбец длиной в 309 метров. Сразу после его принятия было отпечатано и разослано по большим городам 1200 экземпляров. Уложение учитывало интересы всех сословий, в первую очередь дворян. Вводился бессрочный розыск беглых крестьян, а это означало их полное и окончательное закрепощение. Соборное уложение действовало без малого 200 лет, до 1832 года. Когда бунт утих, Морозов вернулся из ссылки. На его место возле Алексея было уже занято. Другом и наставником молодого царя стал 43-летний архимандрит Новоспасского монастыря Никон.
Царь Алексей с детства был крайне набожен, прекрасно разбирался в богословии и очень любил торжественные богослужения. Никон произвел на него сильное впечатление и вскоре был возведен в сан митрополита Новгородского, а через 3 года стал патриархом. И тут же с одобрения царя новый патриарх начал масштабную церковную реформу. За 4 столетия со времени татаро-монгольского завоевания в богослужебных книгах накопились многочисленные неточности и погрешности. Обряды стали ощутимо отличаться от греческих. Быт и нравы русского духовенства вызывали многочисленные нарекания. Целью реформы было упорядочивание церковной жизни, а средством – исправление ошибок и разногласий в богослужебных книгах и приведение их к изначальным древнерусским и греческим образцам. Троеперстие при крестном знамении вместо двуеперстия. Количество поклонов на литургии. Форма музыкального сопровождения богослужений. Написание имени Иисус с 2 «и». Исправление орфографии и грамматики славянских текстов, их приближение к нормам русского языка того времени. Те, кто не принимал реформу, старообрядцы, уходили в дальние леса, устраивали массовые гари, самосожжения в молельных избах. Протопоп Аввакум, в прошлом единомышленник Никона, оказался в числе яростных противников нововведений. Он провел в заточении 15 лет. Число его сторонников неуклонно росло, и к концу царствования Алексея Михайловича их количество не поддавалось подсчету. Противники Никона яростно отвергали все, что он делал. А между тем, многие его нововведения шли на пользу церкви. Как, например, он пытался навести дисциплину среди духовенства, способствовал просвещению. Алексей Михайлович поддерживал реформу, но его начало тревожить то, что Никон вмешивался в дела большой политики, в дипломатию, в военные предприятия царя. А патриархи разносили скверные слухи, призванные подорвать доверие Алексея. Недовольство государя патриархом дошло до того, что однажды Алексей Михайлович не пришел на патриаршую службу в Успенском соборе. Это могло означать только одно. Царь больше не желает видеть Никона. Никон уехал в основанный им Воскресенский Новоиерусалимский монастырь ждать, когда царь придет к нему просить прощения. Однако государь вместо этого предпочел назначить нового патриарха. В 1666 году был созван Большой Архиерейский собор. За самовольное оставление сана собор официально низложил патриарха Никона, а протопопа Аввакума за раскол отлучил от церкви. Но итоги Великой церковной реформы были полностью узаконены. Пылкий юноша, мечтательный поклонник соколиной охоты, любящий супруг и отец, царь Алексей Михайлович теперь остался по-настоящему один. Тишайшему выпало едва ли не самое бурное время в истории России. За все время правления дома Романовых именно на его эпоху пришлось самое большое количество народных возмущений, в том числе восстание Стеньки Разина. Донской атаман Степан Разин, который неоднократно возглавлял казачьи разбойничьи экспедиции в Поволжье и на Каспий, вознамерился распространить систему казачьей вольницы на всю страну и поднял восстание. Разинцы захватили ряд поволжских городов, к ним присоединились десятки тысяч крестьян. Правительство вынуждено было бороться с повстанцами силами регулярной армии. Война продлилась год. До тех пор, пока казацкие старшины не выдали Разина властям. Спокойной жизни у Алексея Михайловича не было никогда. Не успел он разобраться с бунтами и реформами, как началась новая война с давним врагом Польшей. Ведь по итогам смутного времени Речь Посполитая удерживала множество русских земель, в том числе стратегически важный Смоленск.
Не успел царь уйти на войну, как пришли страшные вести. В Москве моровое поветрие, чума. Царскую семью и весь двор спешно вывезли в Троице-Сергиеву лавру. Столицу заперли в карантин. В середине 17 века Москва была одним из самых больших городов Европы. До эпидемии ее население составляло около 300 тысяч человек. Столько же насчитывалось в Париже. В Неаполе – 270 тысяч. В Лондоне и Амстердаме – по 200 тысяч. В Венеции и Антверпене – по 150 тысяч. В Риме, Генуе, Праге – по 100 тысяч. За 5 месяцев эпидемии в Москве умерло около 150 тысяч человек. Половина населения. Улицы были завалены трупами. А между тем войску в походе нужно было платить жалования. Вся казна оставалась в зачумленной Москве. Стрельцы могли заразиться, и тогда всему войску конец. Алексей Михайлович придумал в буквальном смысле отмывание денег. Серебряные монеты обработали мылом и щелоком, прополоскали и только потом раздали стрельцам. В войске не заболел никто. Война с Польшей продлилась 13 лет. Удалось отвоевать всю Западную Русь. Но долгая война истощила казну, и пришлось пойти на мировую, отдав часть завоеваний. По Андросовскому перемирию 1667 года к России наконец возвращался Смоленск, Чернигов и другие земли, захваченные поляками во время смуты. А левобережная Украина вошла в состав российского государства. Чтобы пополнить казну, правительство Алексея Михайловича провело денежную реформу. Из-за недостачи в стране золота и серебра в оборот вводилась медная монета, которая приравнивалась к серебряной. Жалования стали платить медью, а налоги по-прежнему собирали серебром. Вскоре медные деньги упали в цене, но монетные дворы продолжали их чеканить. Через 5 лет за 1 серебряный рубль давали уже 12 медных, а в Москве 15. В конце июля 1662 года, когда царь находился в загородном дворце в Коломенском, по Москве стали ходить прокламации, где все ответственные за чеканку медной монеты объявлялись ворами и изменниками. Народ двинулся в Коломенское. Едва царь успел выйти из церкви, как оказался окружен толпой. Один шустрый торговец даже схватился за пуговицы царского кафтана. Алексею стоило больших усилий сохранить хладнокровие. Он пообещал во всем разобраться и в том поклялся, ударив по рукам с шустрым торговцем. Люди начали расходиться, и дворцовая охрана смогла вывести царя из толпы. Но тем временем из Москвы подоспели еще бунтовщики. Некоторое время Алексей с высокого крыльца молча слушал оскорбления. Он уже вызвал стрельцов, и теперь нужно было тянуть время. И только завидев, что стрелецкие полки окружили толпу, царь дал волю своему гневу. А потом началась расправа. За несколько часов в Коломенском погибло 2500 человек. Бунт был подавлен. Медные деньги пришлось отменить. Государство даже возместило убытки, как обанкротившийся банк, по 5 копеек за рубль. Несколько месяцев шло дознание с пытками. Следственные комиссии пытались выявить зачинщиков мятежа. 150 человек были повешены и четвертованы. Около 1000 отправлены в ссылку с выжженным на лице клеймом «Б» – бунтовщик. Во время медного бунта, как и 14 лет назад, царица тоже была беременна и едва не потеряла ребенка. Потрясение не прошло даром. Спустя 5 месяцев в родах царица умерла. Родившаяся девочка пережила мать всего на 5 дней. После бунта Алексей Михайлович стал очень подозрительным. Он создал особый приказ тайных дел,
который совмещал функции контрразведки, тайной полиции, цензурного комитета и карательной системы, а также занимался координацией работы других приказов и проверкой их деятельности. В отличие от остальных, он располагался не в Кремле, а на Лубянке. Имел систему пыточных подвалов и тюрем и обладал самым большим штатом сотрудников. Неофициально на жаловании в приказе тайных дел состояли многие чиновники, лавочники и особенно кабачики. У царя в приказе был собственный рабочий кабинет. Со временем он практически все дела стал решать именно там. Приказ тайных дел вел также личную царскую канцелярию и дневальные записи. Первые в России метеорологические наблюдения. К концу своего царствования он полюбил лесть и словословие. Его придворные старались перещеголять друг друга в цветистых эпитетах. Ученый монах и поэт Симеон Полоцкий постоянно сравнивал царя с солнцем. Любые появления Алексея Михайловича на людях обставлялись с чрезвычайной пышностью. Все церемонии придумывал и продумывал до мельчайших подробностей сам государь. Так в скором времени он бы и превратился в напыщенного стареющего деспота, если бы не встретил ее. На званом вечере в доме боярина Артамона Матвеева по русскому обычаю первую чарку его величеству поднесла племянница Матвеева, 19-летняя Наталья Нарышкина. В это мгновение царь словно помолодел и преобразился. Но необходимо было соблюсти приличие. По всей стране объявили смотр невест. Перед царем прошли 74 красавицы из красавиц. И только одна из них не волновалась. Наталья Нарышкина знала, что все это инсценировка для отвода глаз. Пока девушки гадали, кто из них станет царицей, морозным январским утром к дому Матвеева подъехал закрытый вазок. Наталью облачили в тяжеленное платье и повезли в Кремлевский Успенский собор венчаться. Спустя полтора года молодая царица родила сына. Для Алексея Михайловича это был уже 14-й ребенок, но он обрадовался ему как первому. В историю этот мальчик действительно войдет как первый. Петр Первый Великий. На радостях Алексей Михайлович решил воплотить в жизнь одну свою давнюю задумку – комедийную потеху или театр. В селе Преображенском была построена особая комедийная хоромина. Из немецкой слободы приглашен пастор Иоганн Готфрид Грегори. Он написал пьесу «Артаксерксово действо» по мотивам библейского сюжета. Артистами стали 65 юношей из лютеранской школы. Первая в истории русского театра премьера состоялась 30 октября 1672 года. Представление длилось 10 часов. Царицы и царевны смотрели спектакль из-за особой решетки, закрывающей их от придворных. Позже были написаны и поставлены еще 5 пьес, также на библейские темы, и переработка балета «Орфей». Сам Алексей Михайлович как будто позабыл о своем возрасте или вовсе раздумал стареть. Он стал изучать лекарские книги и составлять травяные сборы, скрупулезно выполнял все указания лекарей. Особенно охотно он прибегал к кровопусканию и рекомендовал эту операцию всем придворным. А кто отказывался, бывал государем бит. Иногда, как говорили, царю отворял кровь любимый сокол, умеющий бить жилу с дивной точностью. В январе 1676 года Алексей Михайлович простудился и по обыкновению решил лечиться сам. Но уже через неделю состояние его здоровья стало безнадежным. 29 января царь соборовался и благословил на царство старшего сына Федора. В ночь на 30 января наступила смерть. Алексею Михайловичу было 46 лет.
Алексей Михайлович оставил после себя государство богатое, сильное и стабильное. Именно он заложил мощнейший потенциал будущего развития страны. Однако в истории он окажется в тени своего младшего сына Петра Великого, который закончит то, что было начато отцом. Алексей Михайлович умер в самом расцвете сил, и без него страна в раз почувствовала себя осиротевшей. Наследник огромного царства Федор Алексеевич на похороны отца не смог прийти. Его принесли на особых носилках в виде стула. Разглядывая зеленоватое болезненное лицо под царской шапкой, бывалые люди говорили: «Но теперь держись. Быть боярскому царству и смуте».